Что, мои хорошие, я иду домой на обед. Погода как переменчива. С утра... Ой, боже, я чуть не упала. Я спотыкнулась. У меня уже ноги меня, наверное, не несут просто. О чем я говорила? Погода, да, переменчивая. С утра были тучи, а сейчас солнышко. И очень жарко. Просто прям пекет. Видимо, будет дождик. Ну, тучки-то так ходят вокруг да около. Но уже тепло. Ребятеночек мой звонит каждые 5 минут. Мама, что мне делать? Ему дома скучно. Вот что можно делать ребенку? У ребенка есть все. Вот реально у него есть все. Ноутбук, компьютер, телефон, куча всяких игрушек, слаймы, пистолеты всевозможные, мячи. Даже баскетбольное кольцо. Я не знаю, я могу до вечера перечислять. Но ему нечего делать. Как думаете, чем можно занять ребенка? 11 лет ему. Книги мы не читаем. Рисовать мы не рисуем. Разукрашивать мы уже тоже не разукрашиваем. Чем занять ребенка? Подскажите, пожалуйста.